Так, вот мы на штатный микрофон сейчас идем. Вот, это значит такой вот номер у нас. В принципе, что, годный довольно. Здесь было, да, удивлением, что кровати были сдвоены, а их хорошо было, можно разъединять, поэтому учтите это. Лёха спал вон там в углу. Вот так. Это я. Так, мы тут ходим, передеваем. О, моя куртка, кстати. А тут мои ботинки. Ладно, потом возьму. Там есть что-то? Там ничего такого нету. И душевая. В принципе, за такие деньги. А сколько там заплатили? 42 евро стоит. Двойной номер. В принципе, что, годно. А сейчас собираемся на игру. И это, это, в принципе, ради чего мы сюда и приехали. Ну да, вообще. Тут шпилец. Шпилец. Валист. Ну, погодка. Ну, нормальная погодка. Вообще классная. Сейчас, такой погода, блядь, сейчас у врагов будет состояние. Очки запотевать. Настроение подавленное. А нам деваться некуда, позади Таллин. Да. Мы обязаны сыграть. Даже хоть тут был бы вьюга, снег, мороз. 40 градусов. Стреляешь и шары. Сибирский. Торнадо за вас закручивают, да. Что-то я это место не помню. Да было так. Было? Да. Сейчас вот туда вот все нафигачим. Там все будет так, а потом будет грунтовочка. Налево нам не надо. За нами, походу, тоже геймплей. Ну, еще. Сейчас будет много. И вот она. Да. Не, в натуре, в следующий раз будем выезжать, ну, надо эстонский флаг замутить. Ну да, было бы прикольненько из номера. Ай, блядь. Так, вот, надо приезжать. Вообще такое что-то сборное Эстонии, да, по страйкболу какой-то. Да, выездом заниматься такой взять, темой, да. Интересно. Как-нибудь назвать так прикольнее. С флагом таким ездить. Что будет потом узнавать? Будем дедерей давать всем? Так. Нет, туда. Ну, блин, странно, там, да, закрыты ленточки, там туда. Ты где находишься? Я в Латвии. Вот это что это такое за место? Это BMP. BMP? Это вторая BMP 2. Пройдет, он не пройдет, там не особо кайфово. Ну что, не похоже, что ли? Похоже, не, похоже. Я же с вами тоже ел в гостинице. Похоже. Я там в машине почти высох, блядь. Я вообще высох там. Я дольше сидел. А сейчас я немножко опять начинаю примыкать. Блин, в сапогах тут реально самая тема была бы. Надо быстрее. Ой, ёлочь, что там дальше? Диме там понравилось ходить. Блин, я хоп немножко закручен. На кирпичной куче! Сюда шмаляет. Так непонятно где. О, хорошо, дым идет. Не, в здании не должно быть никого, там вроде как ленточки, типа нельзя туда входить. Слушай, если здание оцеплено, значит, там никого нет? Скорее всего, нету. Так, здесь был только что чемодан. Давай, ходим. Здание свои! Это, походу, ветхое здание, и сюда нельзя типа входить. Наверное. Да, ну черт возьми, он только что пришел сюда с чемоданчиком, он вышел без него. Нет ничего. Пусто. Так, давай к тренеру.
Видишь там? Просто, блядь. Вон слева. Там слевее наши. На крыше сидят. Причем шарик хорошо летит, блядь, но далеко и медленно. Там шмаляй, смотри, снайпер на крыше. Учти. Ну прячется. Он иногда высовывает. Ну это наши. Наши, хорошо. Вашим по нам сейчас не очень. Групповая работа, минус один. Магазины заканчиваются, как эти. Главная игра в Латвии, а все по-латвийски, по-русски говорят. У нас как-то не так немного. Вас понял, работаем. Девочку мою заберите с собой. Давайте, на счет три, раз, два, три. Подходим. Давай, отходи. Пионер. Отходи. Надо на перезарядку уходить. Респад красным. Внимание, на базаре более 30 человек противника плюс техника. На вышке снайпера. Как поняли, прием? На базаре 60 человек. На базаре давай 90 человек. Короче, надо тогда отрезать им пути. А чё так базар прикольный? Почему его все охраняют? Это самое. Если сейчас начнёт заваруху, ныряйте просто в окопы и отстреливайте. Да тут не будет заварухи. Они от базара никуда не побегут. Ты чё? Синие! Да, Виталий, вызывал тебя. Давай на пистолетах дуэль сделаем. Повтори. Виталий, слышишь? Сейчас тебя снимут и всё. Синие, выходи на пистолетах дуэль. Можешь попробовать обойти их как-нибудь, а? Не, ну сейчас-то понятно, у нас день фар. Вот мою. Тихо, стволы, главное не поднимайте, чтобы они, блядь, сами не полетели. Красные, красные, здесь красные! Едем, приняли своих. Да сами с собой возьмите. Конечно. Леха, слушай. Конечно. Леха. А тебя как зовут? Как? Куруш. Это, короче, сейчас начнется заваруха, мы можем под шумок выйти вот в этот лес, да, и как бы им там флангов зайти. Ты нам с пулеметом очень пригодишься. Фланг раскинуть. Что там такое? Это же кто-то делал. Прикольно.
А где там будка? Да вон, наверху. А что там? Считали, да? А где кто? Ну как так-то? Да. Да блин. Ну. Вот так вот как-нибудь, давай. Давай вот так. Ну, я думал. Так а ты подальше отойди. А потом давай так вот теперь. Да, поняли, я вижу. Да, да. Тебя не убьют, мы с тобой. Ну и пошел, пошел. Да, да, сюда. Да, да, а, на это горох упал. Летят. Нет, горох упал. Горошки. Что это такое? Улыбка неотразима. Я первый раз, когда Нужен снайпер. Да пускай шмаляет. Да, упал. Да, с вышки видно вообще замечательно. Наклал долбанный. У меня все запотеше, просто гаспринг или кого-то. Все. Ну давай. Если убьешься, фотик заберем. За какой коряги? У той? Ты стой так, что от шалов я знаю. Ху-ху-ху. Надо заснять это. Ты мертвый, груз 200. О, еще кассета. Вот такие кассеты мы ходим, собираем. И на них немецкая порнуха, ну, как говорят. А вообще, вот с заката до рассвета, нифига себе фильм. Страшилка же, да, по-моему? Давай, давай, давай! Давай, давай, давай!
Кассету потерял. Кого? Он взял мою кассету. Кассету случайно обронил. А не ты брал? Вот кассету. А, ты взял, да? Я их двое. Я ж фильм хочу посмотреть потом. Нормально все? Оборону круговую сделайте. Извини. Да это почти я фильм. А, так это фильм. В гараж я почти к тебе не приду. Это не мой гараж. А? Вот это он. Я просто видел. Черт, да. Даже как бы как не хотела бы ты. Но. Так, кассету надо да, посмотреть нет, потом. Я поехал домой. Ага. Ну, очень прикольный фильмец. От заката до рассвета 2 даже есть. Да ладно. Угу. Ёшкин ты кот. Боевик. Мистический боевик. Не только. Блин, да это клёво. Немецкий фильм? Да? Да. Шнелик Шнуль. Deutschland. Das ist от заката до рассвета. Ну, я же название только показываю. Я же фильм сам посмотрю. Это голос игры с заката до рассвета. Когда у рассвета. То есть ты со мной не поделишься фильмом? Не, ну придется тебя позвать уже, посмотреть. Я могу тоже позвать, посмотреть. Что нет там? Давай сиди сюда. Так, ну что? У кого есть портфельчик? У кого портфель есть? Кинуть кино. Киношку надо кинуть. Не, мы своим хотим, эсбатом кинуть. Так, а я что, не эсбат? А ты эсбат? Ну, смотри. Я что-то, блин, не понял. Забыл про тебя вообще. Там кто-то был, да? Все убит. А что ты сказал-то? А что ты сказал-то, чужие? Извиняемся. Есть еще одно место! Давай с нами! Так я быстро ж поеду. Открой дверь, крикни. Грузится пускай. Тактическая. Грузитесь, грузитесь. Пулеметчик! Вовок, скажи, пускай грузится. Давайте, давайте, все, все, все! Все, стоп! 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 Открой!
Валять-то. Меня кто-то убил.